Вы действительно уникальный человек, и особенно приятно, что вы наш земляк, побеждаете на международных соревнованиях и доказываете, что если человек никогда не говорит себе «стоп», а постоянно совершенствуется, работает над собой, то можно добиться чего угодно. Ваня, это почетный гражданин республики, это для меня очень почетно. Большое спасибо. У нас в Калмыкии талантливые и эффективные тренера, это вес золота. Поздравляю вас, это заслуженная награда. За этой наградой стоит очень много людей, поэтому всем спасибо большое. Благодарю.